Почему-то порой случается так, что люди отказываются от своих питомцев. Тех самых, что были с ними рядом не одну неделю и месяц, тех самых, что всей душой их любили, но по какой-то причине так и не смогли угодить своим хозяевам. В такую ситуацию попал белоснежный молодой песик Сахарок, которого однажды люди, которых он считал родными, собственноручно отвели на усыпление. Конечно, Сахарок не мог знать, чем грозит ему эта прогулка. К счастью, рядом оказались сотрудники приюта «Островок Надежды», которые согласились забрать песика с собой. Так он избежал смерти буквально в последний момент. Молодой Сахарок очень доверял людям, а вот собак по каким-то причинам побаивался. Он был готов буквально сделать все, что попросит человек, отличался послушным нравом, великолепно ездил в машине, гулял о поводке. Чем же он настолько не угодил своим хозяевам, загадка. Почти 3 года пришлось Сахарку провести в стенах приюта, прежде чем встретить людей, которые теперь являются его хозяевами. Покладистый и умный пес сразу же понравился им, и вскоре он уже мчал на машине в свою новую жизнь. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.